Виталий Валентинович, и последняя тема на сегодня. Армения, вы знаете, принимает участие в Восточном экономическом форуме. Азербайджан, кстати, не приглашен. Состоится встреча глав Армении и России. Что ожидать от этой очередной встречи? Знаете, я честно могу сказать свои пожелания, свои надежды. Я очень хочу, чтобы эта встреча еще в серьезной степени сблизила бы наши страны. Ведь мы сейчас видим, в каких непростых условиях... Для этого нам нужна уверенность, как думает Москва на самом деле. Вот. И, конечно же, я уверен, что есть силы, к сожалению, и в Армении, да, которые, мне кажется, получают зарплату в Анкаре. Ну вот серьезно, потому что иногда и российские такие же есть лоббисты, как мы с вами выяснили, которые там про турецкую позицию занимают. И нам сейчас, как никогда раньше, нужно держаться рядом, вместе быть, потому что, ну, я вот русский человек, но могу сказать, что мы же совершенно один народ. У нас в России живет армян чуть ли не больше, чем в самой Армении.